Так, ну вот, нам бы ту серия по поводу камня. Значит, помните, в прошлый раз на реке нашел камень. Еще раз, кто не видел. Опс, показываю. Вот, камень, видно, обработан был с двух сторон. Прям видно, вот как его обрабатывали. Вот с этой стороны. Он достаточно острый. Ну, как острый, это относительно. Дырка, еще раз говорю, вот такая вот. То есть, вполне вероятно, порода очень прочная. Похоже на ждеит, ну, естественно, не драгоценный. Поэтому порода очень прочная. То есть, ей бить, он, скорее всего, не сломается. Экспериментировать не хочу, но у семейства жадовых, ну, то есть, нефрит, ждеит, она такой, в 2,5 раза прочнее стали. Но режутся. И вот можно взять камушек какой-то там породы. Ой, сейчас поудобнее, ладно. Вот. И буквально прорезать. Но если прорезать полностью по всей этой дыру, чтобы амплитуда движения была, то здесь будет воронище просто. Поэтому мудро очень именно подточить с одной стороны, перевернуть навстречу ей. Ну и поэтому вот так. Теперь попытаемся сделать что-нибудь. Я вот нашел палку такую, ива. Думаю, попробуем что-нибудь с нее сделать. Ну, так. Даже как-то хочется постучать чем-то. Сейчас используем средства современной связи. Вот так вот сделаем. Так, во-первых, в какую сторону? Мама! Ладно, попробуем. Там соседи. Мама, мама. Так. Ну, я вот так вот сделал ориентировочно. Конечно, здесь было бы, если она помощнее, как-то об камень заточить и так далее. Здесь веревку какую-нибудь навязать. Ну, вот получается. Пойду-ка я вот эту часть, наверное, обрежу, чтобы попробовать. Так. Ну и вот, основательно обработав эту кувалду, я получил вот такую тяпку. Видите, как классно получилось. Шутка. Но, на всякий случай, вот смотрите, аналог древний, современный. Не особо похоже, но попробуем, да? Попробуем. По крайней мере, как не руками, в общем, копать приходится. Меня маманя прибьет. Я и тут. Можно сказать, что я огурцы, помидоры окучиваю. Ну вот смотри. В принципе, скажу так, что копать каналу. Вот. Ну-ка посмотрим. Вот эта штука. Я уже, вон, видишь, она, какие яма выдает. Отлично. Но вот так вот. Скажем так, самый банальный эксперимент с этой вот штукой удался. Так, говорю. Значит, достаточно такая штука. Ее можно, в принципе, как я бы даже, ну, например, в те времена использовать можно как хоть оружие. Ну, вот, я выкопал яму. Вот, кстати, покров тот же, скажем так, вот спокойно снимает травяной покров. Вот. Но мы дальше не будем. Возьмем современный аналог.
И то, что мы здесь нарыли, вот два устройства. Через века, через тысячелетия. Рабочий класс, крестьянский.